Это долина Троллсиген. Вернее, дорога Троллсиген. Такой водопад. А вот тут начинается или продолжается дорога. Как она извивается. Сейчас я направил камеру вертикально вниз, подо мной скала. Я стою не специально, металлически. Выступы сделаны вот специально для обзора. Вот настолько он выступает вот от этой точки и вот до сюда, вот так. Это все нависает. Вот можно сквозь решетку увидеть, что там происходит. Все продумано, даже то, что люди захотят посмотреть, что там под ногами. Сделана решетка специально, но очень толстый металл. Очень мощная конструкция. Вот смотрите, какой металл. Там вдали еще один водопад. Такие отвесные склоны здесь.